Так, нам нужно сейчас поговорить со Спайком. Так, что тут у нас? О, нормально. Так, все, направляемся по ту сторону забора. Так, отвлекать мы их не будем. Уж больно мне неохота тратить взрывчатки. Итак, давайте разберемся с нашими навыками. Итак, шокер. Шокер у нас сюрикены. Клинок. Длинный. Кортик. Короткий нож. Так. Взрывопакеты. Ну, пока что у нас не делаются они. Так, а вот шокер. Уровень 2. Здорово. Так, давайте посмотрим. Уровень 2 у нас здесь. Давайте возьмем, например, ну, просто вот это. Посмотрим. Знаете, как создать тут какие-то предметы? Ну, в общем, как-то за что точно, я не понял. За что нам дают эти навыки? Ой, ну, очки навыка. Блин, не очки, а вот единицы, как бы, до следующего уровня. Я не очень понял. Ну, здесь у нас уровень 2. Я не знаю, что это, но начнем, давайте качать. Сойдет. Итак. Куда прыгаем и куда бежим? Давайте обратимся к карте. Воу-воу-воу-воу, полегче. Нам далеко достаточно идти. Я не понимаю, почему здесь не работает перемещение. Может быть, как-то нажать надо или... Я не очень понимаю, может быть... Ага, вот, наверное. Нет? Почему не работает перемещение? Вообще, это безопасная зона. Установить точку. Не понимаю, друзья мои. Может быть, можно только из места перемещения к месту перемещения. Ну, давайте войдем сюда, например. Чисто попробовать. И, кстати, что у нас здесь в тайнике? Ладно, ничего особенного, наверное. Так. Здесь тоже. Так, еще раз пробуем. Подняться на... Ладно, бежим тогда к цели. Это очень долгий путь нам предстоит. Ну, по крайней мере, я не умею почему-то перемещаться. Опа, вот с этим надо поосторожней. Давайте лучше возьмем вот эту трубу. Достаточно здорово у нас получается прыгать пока что. Но меня радует, смотрите, как прекрасно к нам относится сегодня погода. Как она приветливо к нам относится, точнее. И вообще, солнышко, это все круто. Я не люблю игры. Все, наш персонаж устал. Я не люблю игры с темными местами. Точнее, не темными местами, а игру, на протяжении которой все локации, все, что... Все, абсолютно все. Так, темное, я не люблю. Не люблю этот момент. Потому что это не очень круто. Так, хорошо, подождите, но нам... Давайте еще раз попробуем переместиться. Не, видимо, что-то не то немного я делаю. Ладно. Так, сейчас... Нам надо кое-что сделать. Нам надо нажимать Q также. И осматривать все подряд. Все, 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 все. Еще раз Q нажимаем. Но здесь вроде бы ничего интересного нет. Хорошо. Тогда прыгаем. Сюда прекрасный вид. Ну, не считая зомби, конечно. А так вроде все нормально. Так, тут я немножечко перебрал. Нам тут тоже стоит спрыгнуть. Как вы думаете, я... Нормально, не поранился. С такой-то высоты, кстати, достаточно в реальной жизни высоко. В некоторых играх такая высота считается прям... Ну, очень небезопасной.
как-то даже стрелочки какие-то указаны. Вот тут какая-то точка. Так, ну что, это у нас снова безопасная зона, но я немного не пойму, есть ли тут какие-нибудь боеприпасы и прочая хрень. Видимо, нету. Так, стоп, а мы прибежали! Обалдеть, как быстро! Здорово, чем могу сказать. Ну что ж, идем к заданию. What's up? Use a UV flashlight and a remote control. You run up on a volatile, give him a face full of UV, or lead him into a trap which you can trigger with that remote. You got it? Got it. Perfect. Now for the bad news. Despite your efforts, Brecken's mission failed. Oh, shit, is he okay? He's alive. But you need to get back to the tower. Jay called all the scouts in, and that means you. Okay. Wonderful, finally get to meet Brecken in person. Ну, еще хотел сказать. Так. Получено очко навыков. Угу. Что-то мы там получили от него, я не помню только что. Так, а что тут у нас? Ну, что, смотрим. Угу. 4 новых ячейки для оружия. Еще 4, что ли, или что? Когда используется навык упаковщик, количество ячеек для оружия увеличивается на 4. Обалдеть. Ну, видение и стойкости разложены. Растения. Каких-то растений. Чертежи. Ракеты, ну, в общем, все эти дела можно тут собирать. Блин, а баксы и доллары нам зачем? Я немного не понимаю. Может быть, что-либо продавать, либо покупать. Урон, шокер, наличные. Хм, интересно, интересно, очень даже интересно. Хорошо, давайте посмотрим, что мы будем. Для оружия лучше или... Ну, оба навыка очень хороши, поэтому ничего пока качать не будем. Так, много нюансов, что в игре. По поводу игры хотел сказать, я уже забыл. Так, что-то типа... Что-то типа чего я хотел сказать. А, то, что обычно бывает в играх, есть такие места, где вы неуязвимы, а есть места... А вот, мне кажется, в этой игре мы будем даже на крышах везде уязвимы, так как здесь какие-то будут появляться у нас новые враги. Какие-то сверхспособностями. Так, надо здесь... Секунду. Стоп, а я так и не понял. А, чё нам... Это самое... Чё нам надо, чтобы вот... Для чего нам доллары нужны? Металлические детали. Ага. Ну ладно, будем осматривать всякие там помещения и прочие хрень. Так, там вот безопасная зона. Вот в этом фургоне, наверное. Хорошо, мы уже почти подошли к нашей цели. Сразу видно по карте. Забыл даже, что нам надо сделать. Нормально такой паркурист у нас. Правее. Как? Нормально. Во. Это что? Блин, забыл на видео посмотреть про отмычки, блин. Crane here. Report. I'm about to have a meeting with the tower's leader. Acknowledged. Confirm his identity and contact us immediately. Хорошо. Сейчас будем связываться с нашими друзьями. Или что там надо было? Так, договоритесь в башне с Брекеном. О, химикаты, кофе. Ну что у нас там по инвентарю-то? Можно что-нибудь сделать? Вот кофе, да? А, так вот для чего нам доллары, наверное, да? Или нет? Кофе, если нажму Enter. Для чего нам оно нужно? Или подождите.
Стоимость 40. Что же это значит-то? Может быть, коллекция вот тут есть какая-то, нет? А, подождите, вот. Так, хорошо, надо еще что-то думать. Изоленты, стоимости. Это, конечно, все здорово, но пока что я ничего не понимаю в этом. Две аптечки по чертежам. Сюрикены, клинок, бечевка. Аптечки. Почему один из одного? Что, больше нельзя, что ли, здесь сделать? Следующий фильтр. Отмычки. Надо открыть замок. Да, интересно. О, подождите. Фильтр. Ух! Непонятно что-то тут. Люблю, когда в играх непонятки. Точнее, когда я что-то не понимаю. Раздражает. Немножечко. Прям на этом уровне. Тут прям небольшие такие дистанции. Так, ну тут придется, наверное, попаркурить. Опа. Нормально, чё. Да нам, я знаю, что у нас есть неиспользованное очко навыка. Подожди, а может это и есть магаз? Во. Так, взять можно что-то тут. Отмычки. Взять аптечки, взять марля. Взять. Пусто. Чего не понял. Ну все, ясно, это что. Больше ничего интересного. Хорошо, мы нам это уже говорили, я это помню. Подожди, а нам сюда ведь? Наверх, что ли, подожди, или куда? Ну, судя по всему, да. Башня. Джейд called a meeting in the tower. It's my opportunity to finally meet with Bracken and confirm his identity. Ну хорошо. Интересно. Так, договоритесь в башне с Брекеном. Кто? Тимур? Вы что, шутите? Таймер, Тимур. Ладно, давайте двигаться уже к цели. Не будем медлить, так уж и быть. Крейн, listen, Брекен and a team of runners went after an airdrop last night. He lost the rest of his team to biters, and then Ryze's men ambushed him, beat him to a pulp, and stole the drop. Now Brecken wants to go after the next drop himself, but we can't let him, and you've got to back me up, okay? Okay. For God's sake, you can't even walk straight. We need you alive, you idiot. Okay, we're going in. Act confident. Brecken? Lena? Maybe you can get through to him. Jade, who's your friend? Kyle Crane. Look, Brecken, the last thing we need is for you to go back out there. We can figure out another way without jeopardizing you. Right, Crane? I'll go. I'll do it. Right. Yes. Crane will go. He'll be happy to. Jesus. No offense, friend, but you're as green as grass. You can't just... Crane will manage. He'll start in the right spot. And Lena's right, you need to be here taking care of the towers, convincing them the world's not over yet. Oh, hell. Maybe one more try before we go to Ryze. Yeah. Okay, fine. Ah, ну все, да. Good luck, Crane. Jade, a moment. Sure. Head for the cauldron, I'll be in touch shortly. Потому что не пойдет со мной, вот почему, на пару слов-то. И даже если я здесь буду стоять, все равно. There's something else we need to discuss. Brecken was hurt pretty bad out there. Worse than he wants people to know. He took a blow to the head. Now he's starting to have seizures, and I don't have any Lorotrax. Yeah, I doubt anyone does.
Anti-seizure drugs were being passed out like candy when the infection first started. And the stores ran out weeks ago. Yes, that's right. How do you know that? Look, what do you need me to do, Lena? There's a man in town named Ghazi. He's not altogether there, if you know what I mean. His mother had epilepsy, so he used to pick up medicine for her each month. She died 2 years ago. But Ghazi kept going to the store to pick up her prescription. He likes his routine, and Ghazi can be very insistent. So, they kept giving it to him. You think he's been stockpiling it all this time? If he hasn't, I don't know where else we're going to get it from. Ghazi lives under the overpass. And don't mention his mother's death. He won't understand. Блин, у него глаза, по-моему, разные стороны только что раздвинулись. Да. День матери. Подожди. Бляха ты, муха, сука. А, я что-то там пропустил важное. Ну вы шутите. Блин. А, подождите. Это типа дополнительного задания сейчас было, да? Так, хорошо. Это таб я нажал. Это у нас... фонарь. Ага, ультрафиолетовый фонарь. А как мне его использовать? Вау, круто. Ха, реально круто. На среднее колесо мыши. Блин, мне эта игра нравится все больше и больше. Если бы я еще разобрался в ней как следует, всяких там навыков, я бы, думаю, ее полюбил. Okay. Подожди, нам в лифт, да? О, его заделали. Да, нам наверх. Ну тут у нас ничего интересного нет. Это что-то как я, как лох. Не сюда побежал, да что ж такое-то. А теперь верно. Хей, ребята! Там они ждут нас. Оу-е. Вау, круто. Блин, ну я вам скажу, ребятки, здесь нормально так обустроились. Так что... жить можно. И вид нормальный из окна, правда, сквознячок. Ну ладно. Так. Видимо, я не взял дополнительное задание, вот в чем дело. А там какие-то дополнительные очки. With most of the runners out of action, Brecken wants the scouts to take their place. That means me. We're supposed to go for the next airdrop right before sunset. Я думаю, успели прочитать. Yes. О! Буковка F была нажата. Sometimes I feel like there's nothing outside. Опять со звуком какой-то хрень. Так, свяжитесь с ВГМ. А это ультрафиолет, я так понимаю, здесь светит. Вот эти лампы, вот поэтому это и безопасная зона. Здорово придумано. Прикольно, он разряжается ведь, да? Ну ладно. Так, ну что, да, дорогие друзья, куда нам далеко идти? Вот тут, кстати, магаз есть. Так, подожди. А, он подзаряжается, этот фонарик. И не понял, где он. Где-то там. Граффити тут все равно рисуют. Да, фонарик самозаряжающийся. Но быстро расходующийся. Медленно. Ну-ка, если... И чё, на них что, не действует, что ли? Или только ночью? Не понял. Ладно. Так. Это, видимо, в здании. Магаз-то этот, да? Лавка. Лавка, лавка. Что за лавка? Сейчас гоняем, посмотрим. Может, это наш друг? Скорее всего. А сейчас еще раз глянем, на всякий случай. А, не, подожди. Это что-то другое. Это здесь, да? Во. Так, интересно. Молот, гвоздодер, 52 урона, очень круто. У нас только нет денег. Продать можно что-то. Кофе. Ну, давайте выкупить. Ничего нам не надо выкупать. Марля можно вот купить. Ну, давайте сначала посмотрим по чертежам, что нам вообще нужно. Нам, в принципе, ничего не нужно. У нас есть аптечка.
На инвентарь. Сколько у нас даже аптечек? Сколько? Аптечка, 3 аптечки, нормально. Отмычки. 3 штуки. Взрыв пакеты. Коктейли Молотова, ракет. Ну, сюрикены можно, клинок купить и бечевка. Ну, давайте попробуем у него приобрести. Клинок, $40. Бритвы, ножовки. Давайте купим. А, ну все, в принципе, больше ничего нельзя покупать у него, да? Другое оружие. Ну ладно. Вот. Так, а что я хотел? Что я хотел узнать? Ну, например, нажимаем буковку И английскую. Опять навыки. Так, навыки не будем пока. Как получать деньги здесь? Как зарабатывать в этой игре, наверное, что-то делать? Не знаю, наверное, какие-то дополнительные задания. Давайте почитаем по поводу вообще вот этой фигни. Например, как бы... Блин. Активный навык. Активный навык. А что это у нас? А, ну это вот как раз-таки наша хрень, то, что у нас здесь есть, видишь, отмычки, коктейль Молотова, ракета, вот сюрикена мы сделали один. А, почему-то один только можно с собой носить. Хрен знает почему. Так, ну чё, всё, наверное, до свидания. Сейчас мы еще разочек посмотрим. День матери. Ну, это дополнительное задание. Здорово. Тут не открытые дома. Можно туда сгонять. Взрыв пакеты. Да я пытаюсь разобраться. Да, тяжелая арматура, труба, гаечный ключ. Хорошо. Все ясно. Все понятно. Что ничего не понятно. Бегом. Не хочу задерживаться. Пустякам. Безопасные зоны нужны, я так понимаю, для отпугивания каких-то монстров. Прям вообще, которые даже... то есть не от которых можно на крышу, например, спрятаться, а от которых даже на крышу не спрячешься. То есть какие-нибудь паркурщики хреновые. Давайте попробуем. Опа, это я прокачал навык, да? Типа... Ну-ка, если это... Это типа обучение такого маленького было, да? Хорошо. Так, и я не... Вот, смотрите, сколько тут всего интересного. О, здорово. Только это где-то внизу, да? Это вон там где-то. Только, понимаю, это в здании. Ну, ёпта, как туда попасть? Не пойму даже, где это. Вот, наверное. Да, ну как туда попасть? Ну, скорее всего, вот таким вот образом. Нет? Как вы думаете, таким образом или нет? Просто интересно. Ну да, конечно, так я тебе и поверил, не разнесу. Вот такой взрыв был только что. Ну ёпта, а как туда попасть? А, вот дверь-то, нет? Нельзя почему-то пройти. Блин, бред какой-то. Хорошо, давайте пока наверх тогда залезем. Может, что-нибудь там вниз как-нибудь спуститься? Да, вниз можно. Блин, так и знал. Ну ладно. Пытались, подумаешь, что такое. Будем знать теперь. Что-то бесполезно. В некоторых случаях. Warlord, basically. Local guy. Calls himself Rise. He's hoarding Antizin and then gouging the hell out of anybody who wants to buy some. I'm on a mission to get Antizin from the airdrop. If I don't succeed, they'll have to come up with something else. Acknowledged. Good job, Crane. You're doing well. Stay on task, and we'll be in touch. Be sure to call us immediately if and when you get that Antizin. Конечно, выйди на связь, чё ж ты? Здесь у нас тоже типа безопасной зоны, видимо. Здесь... О, вот контейнер. Как я так попустил? Батарейка! Опачки. Чё, меня не видишь, что ли? Ну, ладно, сейчас мы быстренько вот этой штукой
Во, ну-ка иди сюда. Блин, она ломается. Похоже, да? Да ну, раньше она не ломалась. Ну, не, я так не играю. Ну ладно, смотрим, что тут у него. Вот этих чуваков надо отбирать. Деньги. Деньги, деньги. Мы можем мочить чуваков, собирать деньги, потом чинить на эти деньги наше оружие. По сути, это так. Пластик. Опять сигареты. Больше ничего. Все как всегда. Так. А тут же еще вроде бы ниже этаж был, нет? Странно, я вроде бы реально видел куда-то тут. Внизу, под нами, там же еще должен быть... Ага, вот. Вот оно чё. Алкаш встал. Да спи ты, чё ты тут встаёшь, блин. Не восстановилась у нас эта штука? Не, она... Никак. Ну ладно, давайте ему по голове. А, то есть мы его оглушили сейчас. Нам показали это, ну-ка. Да умри уже, ну сколько тебя всадить-то на... Может вот так? Наконец-то, блин. Так, чё, сейчас скребется кто-то. Так, сейчас. Фонарик. Тут ничего не видно. Посмотрим, что они тут охраняли. Опять пластик. Здесь у нас, видимо, еда. О, алкоголь. Там, кстати, пишет, по-моему, для чего он нужен. Сколько я знаю. Ну, насколько мне показалось.